Утро у нас начинается с борьбы. Мы хотим победить дракончика. Поэтому все утро посвящаем вот этому действию. Поборем дракончика. Потом поедим кашки. Но пока мы борем дракончика, у нас тут готовится кашка. Вот она замачивается. Разбухнет, потом сварим. Добавим печеночки, сердечек. Позавтракаем. А что она представляет? Неужели она думает, что это живое существо, а? Что такое? Что такое радость? Радочка, что ты там? Кто он для тебя, этот дракончик? А? Ой-ой-ой, какие мы грозные. Да поборешь ты его, поборешь, конечно. Да, да, он слабее тебя, ты сильная девочка. Девочка прям девочка. Нет же у нас богатырей, чтобы дракона побороть. Все на девчатах лежит. Потом надо ковер побороть. Пойдем, я тебе принесу этого петуха. Помнишь? Пошли со мной. Где-то у нас там был. Пойдем. Ну, так. Остановились. Пописили. Вот так вот. Хотел ходить в подвальчик, теперь надо идти вон аж сюда. Она за мной. Вот у нас тут ну чё ж ты на пеленочки не пописывал, а? Она писит на пеленочке, но не всегда. Тут бежала, бежала. И приспичила. Все, как будто бы ничего не было. А я шел за Петькой, помните, тут крикливый. Но я почему его не давал? Потому что если она ночью его придавит за горло, возьмет, то я тоже такую же лужу сделаю. Пойдем со мной. Пойдем. Пойдешь за Петькой? Схожу сам. То, конечно, мне тоже придется. Ну, может быть, я успею добежать до унитаза. Так. Ну, шутка, конечно. Так, где же он у нас был, этот Петька? Он, конечно, большой. И подвал большой. Так. Здесь его нет. Здесь нет. Книги, книги, журналы. Где-то он. Ага, во, вижу, желтенький. Ну, держись, Петро. Ой, ужас, блин. Ой, ужас. Может быть, что-нибудь такое. Что тут у нас? Всякая, всякая всячина. Вон и слоники, и собачки. В общем, тут все сувениры. Здесь чего только нету. Картины. Вот они. Ладно. Ой, кошмар. Сейчас Виктории сюрприз сделаю. Положу под подушку. Она перевернется. И так будет приятно удивлена.
прям будут рады и сказать спасибо тебе, что ты разнообразил мое утро. Пойдем. Ну вот. Видели, какой? Иди сюда. Иди. Иди, Радулька, на. Вот, отомсти ему за то, что он тебя испугал. Давай, а я понаблюдаю. Таскай его за ногу. Вот. Или за горло возьми его. Ну, что ты? Хочешь на ручки? Ой! Ну давай, то ж я хочу тебе снять. А на ручках я не смогу тебе уже снимать. Это надо уже тридогу ставить и показывать. Она у меня тоже в подвале тренога. Все. Никому не нужны Петька и дракончик лежат. Теперь самая главная игрушка — это Александр Дог и его тапки. А какой же из них важнее, тапок левый или правый? Какому отдать предпочтение? Молчит. Он его не сможет придавить, конечно, чтобы он запищал. Это уже, если Мирка навалится своей тушкой, хотел сказать тушей, смягчил немножко, тушкой, то, конечно, он возмутится, Петя. А Радочка, она маленькая, легенькая. Я думаю, что они подружатся. У нас там еще есть игрушки разные. Если по этим ящичкам полазить, вот, то в каждом из них найдется что-то. Но пока вот остановимся на этом, на Петьке. Потому что мне подписчики подсказывали, говорят, вы этого петуха своего достаньте. Ну вот я и внял просьбам и достал петуха. На радость, радости нашей. Вот так каждое утро она сначала борется с драконом, потом дружит с едой, потом с моими тапками, а потом Виктория ее забирает и начинает с ней играть. Но она по-другому играет, она более, конечно, к ней. Я мужчина, я более строгий, а Виктория, конечно, женщина. И вот с этой девушкой она находит общий язык, берет ее на ручки, целует, обнимает, милует. Ладно, мне надо заканчивать ролик. Меня ждет завтрак тоже. Вот из такого Петьки. Завтрак. Куриная ножка. Пойду на кухню. А ты оставайся, играй.